Здравствуйте, меня зовут Павел Кошевой. Я вам покажу, как наносится мозаика фирмы Фейдар. Перед нанесением работ поверхность должна быть ровно подготовлена для этих работ. Ровная поверхность и от пыли избавленная должна грунтоваться грунтовкой фирмы Фейдар. После нанесения простой грунтовки налаживается кварцевая грунтовка. Кварцевую грунтовку лучше налаживать маклавитой, она служит для лучшего прилипания крошки. Для работы мозаикой нужен шпатель и гладилка размером 30 сантиметров. Это на гладилку. Наносится равномерный слой, примерно 1,5 от зерна крошки. Слой наносится равномерным, не спеша, спокойно. Главное, чтобы было ровненько. Чтобы не было просветов, слегка придавливая. Такая вот она у нас получается. Готовая стена, которая устойчива к атмосферным воздействиям и особенно устойчива к механическим воздействиям. Нужно поковырять.